Я этого действительно уже хотела. Это трогательно, это волнительно. Мы, конечно, долго думали. И у тебя внутри опять что-то горит. Прямо нырнула с головой во все это. Я уже ждала этого дня, когда будет пятница, когда я приму ислам. Я с этой познакомился, девочка у меня в университете. Меня брат долго уговаривал так. Это единственный человек, который хотел узнать очень сильно много об исламе. Что вот, у меня есть девочка, которая интересуется исламом, я бы хотел, чтобы ты познакомилась с ней. Она прочитала очень много книг. Много для себя вещей подчеркнула правильных. Но мне было однозначно интересно читать, интересно узнавать. То есть у меня не было такого, что я начала читать, мне неинтересно, и я отбросила это. У нее это желание было. Суть религии, с которой пришел пророк Мухаммад, это то же самое, что проповедовал Иисус, Моисей и все остальные. Она хочет знать, она читает, она много книг прочитала. Есть такие люди, которым ты сразу чувствуешь тепло. Юля не будет менять веру. Не будет от кого-то отказываться в пользу кого-то. Она подтверждает любовь и веру в Иисуса приниманием Мухаммада, любовью к Мухаммаду. Ибо эта религия одна. Мы не так часто в последнее время общаемся. Какое-то время я была ей ближе, чем все ее остальные там родственники. Их это настораживало, они очень с опаской к этому относились. И когда она пришла к этому вопросу, уже будучи вот в сознании, мы, конечно, долго думали, как это все будет. Все вы попадете в рай, кроме тех, которые откажутся. Спросили сподвижники пророка, а кто может от рая отказаться? Пророк Мухаммад ответил, кто последовал за мной, тот попадет в рай, а кто ослушается меня, тот отказался. Но когда почитала я немножко об мусульманстве, то я поняла, что практически разница между теми догмами, которые происходят в православии и в мусульманстве, разницы никакой. Юля решила сегодня начать этот путь, продолжая, в принципе, то, с чем ее вырастили, воспитывали ее родители. Как относится моя мама к этому? Когда я ей написала, что я хочу в пятницу принять ислам, она постаралась изо всех сил попробовать приехать из-за границы, она сейчас в командировке, но она не успела. Вчера она мне позвонила и сказала, что не расстраивайся, что нас не будет, но мы будем мысленно с тобой. У нее отключен телефон. Я же говорю, они сейчас за границей. В исламе она всего лишь нашла то и те ценности, с которыми ее воспитывали ее родители. Наша религия была православная. В семье происходили какие-то торжества. Раньше была совсем не такая, не похожа на себя. Около года назад в моем окружении появились мусульмане, и я стала узнавать об исламе благодаря им. И такое ощущение было, что мы знакомы очень давно. Она меня понимала с полуслова. Мы об этом говорили, там, как она будет принимать ислам, как она хочет принять ислам. Долго обдумывая все, я пришла к решению, что я готова принять ислам. Этот день, этот пятничный день, который и так является праздником для мусульман, еще более радостным праздником делает нам такой подарок, а именно принятие ислама. Это двойной шок, потому что для мусульманина каждая пятница – это праздник. Радостная весть для вас. Пророк Мухаммад говорит, в тот момент, когда человек ислам принимает, Всевышний Аллах отпускает все его грехи. Скажите, ашхаду, алла, иляха, илляллах, ва ашхаду, анна, мухаммадан, абдуху, ва расулу. Сегодня я переживала вместе с ней. Много плачу, это, ну, трогательно. Ну, мама говорит, приняла ислам. Такой, кто? Юля, в смысле? Скажите, я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад, его раб,
и посланник. Аллаху акбар. Действительно, она тот человек, который принял ислам вот от души, сердцем приняла ислам. Это ее решение. Я просто очень рад, что она приняла ислам. Я думала, как это все пройдет, как отнесутся к этому ее родственники, так как мы тоже приложили очень много усилий, чтобы и они поняли и приняли. Я думаю, что все будет нормально. И, альхамдулилля, нет никаких проблем с родственниками уже. Как видите, они сегодня были, они рады, тоже плакали, поздравляли друг друга. Я думаю, все мусульмане завидовали сегодня ей, так как, уже сказал Тарик, человек, который принимает ислам, он будто родился заново. Я показывал ислам со стороны себя. Исмаил для меня является человеком, который в первую очередь открыл для меня эту религию. Благодаря ему я пришла к решению сегодняшнему и приняла ислам. И когда ты слышишь такую новость, у тебя просто... Вот не зря говорили, что если человек принимает из-за тебя ислам или с помощью тебя, ты больше радуешься, чем просто принятие ислама любого человека. Он мне не раз повторял одни слова, что ты должна быть уверена в том, что это действительно твое решение. Я надеюсь, что она будет только получать вознаграждение от Аллаха в исламе. Аллахи, я очень рад. Все, что я могу сказать. Она рада, и мне хорошо. Цветы, подаренные ей, это подарил, потому что, иншаллах, я в скором времени... Эта камера снимет мою свадьбу.